Несмотря на все наши возражения, на все наши предложения о реальном сотрудничестве, не хотят с нами сотрудничать, отвергают все наши предложения и действуют по своему плану. Я сейчас не буду, некоторые вещи считаю даже пока некорректным говорить публично. Но можете мне верить, можете не верить. Мы предлагали конкретные элементы, конкретный вариант сотрудничества. Они реально все были отклонены. Но вот все-таки пришли к тому, что сейчас построили систему ПРО в Румынии. Говорили это все время о чем? Нам нужно защититься от иранской ядерной угрозы. Где ядерная угроза иранская? Ее нет. Договор подписали уже. И причем Соединенные Штаты были, по сути, инициаторами этого договора с Ираном. Мы помогли, мы поддержали. Но если бы не позиция США, не было бы этого договора. И это, безусловно, заслуга президента Обамы. Потому что я считаю, это договор правильный, он разрядил ситуацию вокруг Ирана. И президент Обама может записать это, безусловно, в свой послужной список, как результат своей работы на этом направлении. Но угрозы нет, а система ПРО продолжает строиться. Значит, мы были правы, когда говорили, что нас обманывают, с нами неискренне, ссылаясь на якобы имеющуюся иранскую ядерную угрозу при строительстве системы ПРО. Ну, так оно и есть на самом деле. В очередной раз пытались нас надуть. Сейчас построили эту систему, сейчас ставят там ракеты. Так? Но вам должно быть известно, что ракеты эти закладываются в капсулу, которая используется для пусков ракет средней дальности «Томагавк» морского базирования. Значит, туда закладывают сейчас антиракеты, способные поражать цели на расстоянии 500 километров. Но мы знаем, технологии развиваются. Мы примерно знаем, в каком году примерно американцы получат новую ракету, которая будет уже не 500 километров, а 1000, а потом больше. И с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем. Это вам только вешают лапшу на уши, как у нас говорят. А вы, в свою очередь, вешаете своему населению. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучаться. Ну, и о чем говорят? Это часть оборонного потенциала, не наступательного. Это значит, системы, которые призваны оградить от агрессии. Это неправда, это не так. Стратегическая система противоракетной обороны – это часть наступательного стратегического потенциала. И все это работает в единой связке с наступательными ударными комплексами. Одни прикрывают, одни наносят упреждающий удар высокоточным оружием, другие прикрывают от ядерного ответного удара, третьи, значит, наносят сами ядерный удар. Это все в комплексе решается. В комплексе с современным неядерного исполнения высокоточным оружием. Значит,